24 мая жители многих стран отмечают один из самых древних и почитаемых праздников – День славянской письменности и культуры, который связан с памятью о святых Кирилле и Мефодии. Заслуга этих великих подвижников состоит в том, что они в 863 году составили славянскую азбуку, положили начало развитию письменности. По традиции Кузбасс подключился к общероссийскому хоровому марафону. Сегодня во всех городах и районах организованы выступления хоровых коллективов и солистов. В Ленинске концерт состоялся под открытым небом у ДК имени Ярославского. На импровизированную сцену вышли более 15 творческих коллективов и солистов. Горожане услышали произведения русских и советских композиторов, которые известны всем с самого детства. Также в этот день в учреждениях сферы культуры и искусства были организованы культурные мероприятия духовно-патриотической направленности, литературные чтения, тематические открытые уроки. В музеях и библиотеках региона начали работу выставки, посвященные создателям старославянской азбуки. Прошли мастер-классы по древнерусской письменности и каллиграфическому письму.